Электропоезд пригородный, второй тип, демиховский, модифицированный, сокращенно ЭП-2ДМ. Российский электропоезд постоянного тока, выпускаемый АО «Трансмашхолдинг» на мощностях АО «Демиховский машиностроительный завод». Представляет собой дальнейшее развитие серии электропоездов ЭП-2Д. Производство электропоездов ЭП-2ДМ началось осенью 2022 года. И в отличие от предыдущих моделей, эти электропоезда полностью состоят из российских комплектующих. Для электропоезда разработаны три типа вагонов. Прицепной головной, моторный промежуточный и прицепной промежуточный. Скорее всего, многие из вас замечали, что когда едешь в электричке любой модели, в некоторых вагонах бывает довольно шумно от мотора и ощущается умеренная вибрация, а в других более тихо. При этом в вагонах старых электричек с мотором в зимнее время, как правило, более тепло. Примерно в этом для пассажиров и заключается разница между моторными и прицепными вагонами. Электропоезд ЭП-2ДМ может формироваться в составности 4, 6 и от 8 до 11 вагонов. Прокатимся на данном поезде по МЦД-4 и посмотрим, что в нем есть интересного, оценим с точки зрения пассажира. Внешний вид более привлекательный, чем у многих предыдущих моделей разных производителей. Обилие черного цвета в окрасе придает поезду свою атмосферу и выделяет его на фоне всех остальных. Стандартно для российских электричек в каждом вагоне есть по две двери с каждой стороны для посадки и высадки. Совершаем посадку и попадаем в салон этого электропоезда. Салон очень сильно похож на ЭП-2Д, но некоторые отличия тоже заметны сразу. Основная компоновка сидений 3 плюс 3 лицом друг к другу. А по краям вагонов есть сиденья 2 плюс 2, чтобы уместить больше стоящих пассажиров. Именно рядом с этими сиденьями располагается больше поручней для возможности держаться, если едете стоя. Сидячие места кажутся более удобными, чем в обычном ЭП-2Д, а благодаря выемке возле жопы можно сесть более плотно и не мешать человеку напротив, хотя лицом друг к другу не является самым приятным вариантом, но нормально в случаях, когда пассажиров мало. Это не уникально для этого поезда, но под сиденьями располагаются USB-зарядки. Несколько секунд без озвучки во время движения поезда для оценки плавности и уровня шума. В верхней части вагона по бокам располагается длинная полка для багажа приятного темного окраса. Также имеются крючки для одежды. Над несколькими сиденьями с краю вагона располагается горизонтальный поручень. А сбоку над дверью информационное табло и камеры, наличие которых весьма неприятный фактор, но камеры есть и в более старых моделях электричек. Это не новшество, и ЭП-2ДМ не стал хуже своих предшественников по этому аспекту. Такая вот общая атмосфера не головных вагонов электрички ЭП-2ДМ. Все сиденья одинакового окраса, а не разных, как в ЭП-2Д. Первые и последние вагоны, конечно, отличаются от всех остальных. Сидячих мест в них меньше, зато чуть больше другого полезного пространства. Например, место для пассажиров с коляской или на коляске, а также пространство для размещения велосипедов. Ну и разумеется, рядом с кабиной машиниста располагается сортир, то есть всего два тубзика на целую электричку. Такое вот типичное помещение для всяких нехороших дел, которые вы можете задумать против своей воли. Предусмотрена дверь, которая закрывается, раковина, зеркало, поручни, крючки для одежды и сумок и многое другое. Гадить можно, если приспичит. Содержимое тамбуров – дело ситуативное, зависит от предназначения каждого отдельного поезда.
Конкретный поезд на момент съемок используется на МЦД-4. Поэтому здесь всюду схема данного направления и общая схема пригородных электричек Московской области. Переходы между вагонами весьма удобные и простые. Чаще всего не требуют никаких отдельных манипуляций. Между вагонами вообще нет никаких дверей, а двери между основным салоном и тамбуром чаще всего открыты. А даже если и надо их открывать, это не требует лишних усилий. Хорошая напоминалка. Просим пассажиров предъявлять проездной документ кассиру-контролеру. Все как и в вышестоящих правилах. А предъявить значит показать. То есть вы ничего не обязаны давать им в руки или прикладывать к их приборам. Показали любой вид билета из своих рук. И давай до свидания. Минская. Вот такая вот электричка ЭП-2ДМ. В целом, довольно приятная, особенно по современным меркам.